Так, ну что, я вот поставил очень интересную палитру, темно-красную. Настройки, в общем-то, оставил такие же для янтарной. Вот. Сейчас пройдемся. Там гряда есть. В общем-то. Посмотрим, как она выделяется на этой палитре. Тут вроде как и мусор есть, ну какая-то, наверное, рыба есть. Вот она довольно-таки неплохо выделяется тут. Вот, всякие рыбки тут тусят. Вот, на даунскане. Вот, а вот сейчас будем проходить гряду. Да, на ней вот четко камни подсвечиваются, и вообще сама по себе жесткий верх ракушечный тоже подсвечивается. Ну и довольно-таки она информативная в том смысле, что неплохой контраст выделяет так беленьким, довольно симпатяво. Вот. Приятная темно-красная палитра, да? Вот. Вот она такая. Ага, вверх выделился весь. Ну, что-то у нас там по дну столько всего забавного. Перемешку с мусором, с камнями. Ну, ладно. По крайней мере, даунскан работает. Все, вот прошли и привет. Тут не сильно весело. Вот. Сейчас маленько развернемся в другую сторону. Там еще есть кусочек огрызочек. Да, вот этот вот. Менять ничего не буду. Так вот еще пройду, чтобы уже как-то запечатлеть. Вот, пожалуйста, сколько рыбы все-таки тут стоит, незаметно было. Вот. Тут зачет. Вот она есть. Очень хорошо в толще воды. Ну, видно, что это рыба. Это уже точно не мусор. Все одинаковое. И беленькая рыбка тут навалом. Хорошо. Мы чешем назад. Попадаем тоже под всякие неровности дна. Вот, чтобы можно было что-то на даунскане увидеть. Вообще, ну, подсвечивает белым камушки. Вот тут тоже перекатик. Вот. Неплохой. Угу. Ну, вот так вот это выделяет гармин. У меня есть еще одна точка, интересно, вот там дерево лежит такое тоже симпатичное. Угу. Вот оно лежит прям с кроной. Вот. Зачет, да? Хорошо, зачет. Зачет с зачетом. Тут у нас тоже зачет. Ну, что вам сказать? Палитра рабочая, красивая, что-то подсвечивает. Ну, у меня тут кроме камней на дне, в общем-то, особенно мало чего твердого. Вот. Ил, камни, привет. Вот с ракушечкой тут как бы не густо, вот чуть-чуть только наверху, на самом перекате. Она там есть, но она и белеет везде там. Камушки вот выделяются. Ну, лучшего, наверное, тут. Вот в этом месте лучшего ничего не заметить. Ну, по крайней мере, можно еще потусить. Еще с какой-то палитрой. Не меняя настройки. Ну, а может быть, изменяю, если она глаза повылазит. Вот.
ее нужно будет изменить. А пока сильно не меняю. Вот такие настройки на сайт-скане. И вот такие настройки практически одинаковые на даун-скане. Пока так.